родители с раннего детства, что нужно трудиться усердно и честно. Я твердо решил стать мужиком, профессию выбрал быть горняком. Хочу я сказать кабинетным стилягам: горняк он мужик, а не работяга. Мы горняки, не кушаем суши, поем я пельмешек в столовой с клюши. Сильные прически и брючек в обтяжку, пузатенький я, а не витоняшка. Не пробовал чивос, 12-летний ни разу не видел айфон последний. Взял ипотеку, машину в придачу, сам на рыбалку, а тёщу на дачу. Детям мороженое, супруге цветы, вот я какой мужчина мечты. В кабинетах нам тесно, горнякам их не место. Мы из твёрдой породы, и горняк никогда не выйдет из моды. Честно, с нами жить интересно. Мы с железной ухватой любую проблему кладем на лопатки. У себя в управлении комплайн сказал: это, блядь, преступление. Нас учат всегда соблюдать безопасность, но в семьях у нас детей по 12. Я офисный план переплюнуть старался, но мой тепловоз мне от деда достался. Оклад повышают на 30%, по факту в семье не добавилось цента. Губу раскатали, на отдых имерен, но на подбородок ремень нам надели. Не будем в жару загорать, мы в бикини, застегнутой робе кайфуем в кабине. Шахтер и технолог, монтер и геолог, водитель, связист, машинист и эколог. Неважно, где мы и кто мы по званию, горняки профессия, наше призвание. В кабинетах нам тесно, горнякам нигде места. Мы из твердой породы, и горняк никогда не выйдет из моды. Теперь века мы вместе, это только начало. Евразийская группа нам сердце запала. Внушали родители с раннего детства, что нужно трудиться усердно и честно. Я твердо решил стать мужиком, профессию выбрал быть горняком. В кабинетах нам тесно, горнякам нигде места. Мы из твердой породы, и горняк никогда не выйдет из моды. С песней четверть века мы вместе.